Сегодня в районе улицы Казакова утром автомобиль сбил таксу. Эта собака была не одна, рядом с ней хаски. Хаски настолько предан таксе, что он не уходит, охраняет тело. И жители района беспокоятся о состоянии этой собаки, и она с ошейником. Они просят владельцев хаски забрать ее домой. Она вот немного отходит, чтобы попить воды, однако все время контролирует, чтобы никто не подходил. Возвращается снова. Не разрешает дотронуться до собаки.